Урматы мекендештер, Сити Мобилдин экинчи офисиндебиз. Бул жерде буйруса Сити Мобилдин өзгөчө акциялар болуп атат. Баштап төлөм 20 000 менен башталса, силерге 1 ай бою 500 рубльдан скидка болот экен. Жана ошондой эле Сити Мобилдин атынан, компаниянын атынан 30 000 рубль подарок болот демекчи. Бул жөнүндө да Никита менен кененирээк маалымат. Привет, очень рад знакомству. Привет всем, дорогие друзья кыргызы. Всем привет снова, рад видеть всех. Мы сейчас находимся, у вас получается второй офис. Да, у нас второй офис находится станция метро Говорова, это улица Татьянин парк, дом 7. А второй офис у нас находится улица Дорожная, дом 3, корпус 13. Сейчас позади нас 5 машин, это Хавал, какие? У нас есть Хавал Джолион и вот Хавал М6, вот тот вот, который. Насколько я знаю, они же по Ситимобилу К плюс идут, да? В Ситимобиле все автомобили проходят под тариф Комфорт плюс, а в Яндексе они проходят под тариф Комфорт. Но самое интересное, что у нас есть не только эти автомобили, у нас есть еще Москвич 3 и электромобили Валют Айпро. Такие машины тоже есть. Да, такие тоже есть. Так, давайте начнем тогда вкратце расскажите вот именно все условия и вот по акции тоже. Значит, у нас сейчас мы запустили супер громадную, супер бомба акция, можно ее назвать. Она будет действовать ровно до 1 мая. Поэтому, ребята, остается 8 дней. Реально 8. Ну, неделя, короче, грубо говоря, остается. Это значит, что каждый из вас, кто приносит 20 тысяч рублей депозит, первоначальный взнос, 30 тысяч компания подарит от себя, и дополнительно вы получаете скидку 500 рублей дешевле, на целый месяц будет вам дешевле. 500 рублей это от выкупа, наверное? От стоимости выкупа минус 500 рублей. Ну, например, вот Хавал Джолион у нас стоит 2900 рублей в день. Соответственно, он будет платить 2400 первый месяц, а потом по 2900. Ну так плюс еще и компания ему 30 тысяч подарит. Вот это вообще круто. Понятно. 30 тысяч это вы, получается, там деньгами, да, подарить? Нет, мы положим эти деньги на депозит и закроем ему полностью депозит. А эти деньги он может использовать уже в выкуп. Когда ее выкупит, этими деньгами закроют полностью тоже дополнительно. Понятно. Значит, от Ситимобила есть машины от эконома или как? Нет, все автомобили проходят в тариф Комфорт и Комфорт плюс. Ну, по эконому тоже можно работать, конечно. Яндекс, Ситимобил мы не запрещаем абсолютно. Понятно. А тогда вот по машине расскажите. Машины там марка, модель, мы знаем, это Хавал. Это Хавал Джолион. Все автомобили Хавал Джолион у нас комплектация Элит. Подогрев задних сидений, подогрев передних сидений, подогрев руля. Поэтому вот такая хорошая Элит комплектация у нас. Так, под выкуп, если возьму вот этот Хавал. Так. Условия какие? График 15-1. 15 дней платите, 16 день у вас бесплатный. Один день. Да, 15 дней платите, один день бесплатный. Выкуп на 4 года. Вы можете выкупить машину досрочно, можно закрыть с 13 месяца. Вы можете остаточную сумму внести. И тогда компания City Park сделает вам перерасчет в уменьшение стоимости. Вы сэкономите очень большое количество денег. Машина будет реально намного дешевле. Плюс вы получаете год бесплатное техническое обслуживание на официальном дилере Хавал за наш счет. Уже полностью оплачено. Каждые 10 тысяч километров вы приезжаете, здравствуйте, я от Ситимобила, запишите на ТО. Записывают официальный дилер Хавал, приехали, прошли ТО. Весь срок выкупа вы получаете без комиссии агрегатора, то есть агрегатор Ситимобил не будет брать с вас комиссию агрегатора от слова совсем вообще. Значит, вы представляете? Если заказ будет 1000 рублей? Если заказ будет 1000 рублей, то вся 1000 рублей остается у водителя. Единственное, только парк будет брать 3% комиссию. А агрегатор 23% брать не будет. Да? Да. Это, по-моему, ну, такое есть только у нас и больше ни у кого. Так, еще по поводу ОСАГО и КАСКО. Да. А КАСКО, страховка идет вам в подарок от Ситимобила. На весь срок выкупа за наш счет вам бесплатно. Замена резины бесплатно, мы предоставляем резину, зима будет, дадим зимнюю, ну я показывал в других роликах тоже, там целый контейнер морской забитый этой резиной, там и шипованные, всесезонка, ну любая, в общем, на ваш выбор есть. Так, а машины новые? Машины новые абсолютно все новые, у нас, да. Они уже готовые, и обклеены, и газонумера получены. Автомобили все абсолютно новые, они оклеены в желтую пленку. Номера московские, белого цвета, лицензия есть, на 5 лет получена. ОСАГО под такси первый год уже готова.
вы получаете тачку полностью готовую к выходу на линию. Выдача в день обращения, ребят, вы приехали, заключили договор и уехали сразу на линию. Мы поможем вам выйти на линию. Кстати, что немаловажно, надо было, наверное, сказать, что вы знаете, что в другом агрегаторе, в Яндексе, например, с 22 апреля водители больше не могут работать просто, они должны быть парковыми самозанятыми. Угу. Поэтому я вот дополнительную акцию объявляю. Вот те, кто к нам придут, я каждого абсолютно бесплатно сделаю парковым самозанятым, даже в этом Яндексе помогу, да? Вам. Абсолютно, да. Приезжайте, пожалуйста, наши двери открыты, мы всегда рады и поможем людям. Для того, чтобы люди могли зарабатывать, кормить свои семьи. Ну, а если у вас возникнут проблемы с Яндексом, Яндекс вас не пропустит, потому что вы там не смогли стать самозанятым. Ну, у нас в Ситимобиле не меньше заказов, чем у них, поэтому вы абсолютно прекрасно сможете, да, спокойно. Значит, как я понял, здесь на выкуп, если машину брать, то первоначальный взнос там вообще минимальный. Да, нет, ну смотрите, мы как сделали, мы захотели просто порадовать людей, подарить подарок, то есть от компании, да, то есть, ну у нас нет такого, что нам надо срочно раздать машину, у нас и так хорошо берут тачки, без остановки приходят люди, каждый день по многу берут, мы просто хотели сделать что-то хорошее, потому что другой агрегатор, он делает что-то не очень хорошее, да, скажем, ну то, что там типа мы закроем всем доступ, да, там вы должны быть самозанятыми, ай-яй-яй, а то работать не сможете. А мы хотим, ну, 20 тысяч принесите, вот вам еще 30 тысяч на депозит в подарок, а месяц без скидка на аренду выкупа получается минус 500 рублей дешевле. Ну, это круто. Но если нет 20 тысяч рублей, бывают такие ситуации, ну, приходите, приносите 10, и я подарю вам 2 дня бесплатно абсолютно. Да. И что касается технического обслуживания. Мы предоставляем скидку 50%. У официального дилера со следующего года, если вы захотите проходить техническое обслуживание на официальном дилере дальше, то цена вам будет со скидкой 50%, которую мы вам предоставим. Ну, это круто. Каждый, кто приедет к нам и возьмет машину, мы готовы оплатить вам такси до офиса абсолютно бесплатно за свой счет. Бонус. То есть ты сидишь дома, у тебя есть 10 тысяч рублей, ты такой, хочу работать, короче, типа, что делать? Алло, Никита, вызови мне такси. Я вызываю такси, он приезжает, договор пишем, я отдаю ему деньги за такси, дарю ему 2 дня бесплатно, он эти 2 дня ездит бесплатно, отбивает свои деньги, выходит в плюс. А если он 20 тысяч принес, то он получит еще и вот 30 тысяч подарок от компании и еще получит скидку по 500 рублей. Но это вообще, такого нет в Москве и в России, наверное, даже ни у кого. Может быть, в офис пойдем? Да, пожалуйста, пойдемте. Вот такой вот офис нас встречает. Здесь все договоры. Здесь договоры, все... путевые листы бесплатно на весь срок выкупа мы вам предоставляем. Карточку фрахтовщика делаем, абсолютно всю документацию полностью. Но у нас здесь всегда, кстати, приятно, люди приходят, говорят, как дома, потому что всегда есть чай, кофе, булочки. Даже если вы не хотите купить машину, под выкуп взять, ну, приезжайте, просто пообщаемся, кофе попьем, мы всегда угостим, мы с удовольствием поговорим, пообщаемся, ответим на все вопросы. С договором можно ознакомиться, можно посидеть, почитать, вопросы позадавать, но это будет круто. А еще и по аренде у вас как? Аренды не занимаемся. Не занимаемся. Только выкуп, ребят. Ну, потому что хочется, чтобы, знаете, как было, что человек пришел, выбрал себе машину, свою, вот хорошенькую, ухаживал за ней, выкупал ее потихонечку, выкупил, и она его машина. То есть философия Ситипарка – это предоставить автомобиль водителю полностью готовый к выходу на линию, чтобы не было никаких проблем. Мы все ваши проблемы взяли на себя. То есть, ну, страховка готова, каска есть. Лицензия есть, путевые листы есть, ну, абсолютно все проблемы. Разбили машину, ну, бывает, мы же в такси работаем, 10 тысяч километров в месяц каждый накатывает. Ну, естественно, водители такси чаще попадают в аварии. Ну, разбитый автомобиль, ничего страшного, мы дадим подменный автомобиль на время ремонта. Мы без работы, ребят, никого не оставим. У нас всегда будет для вас автомобиль на подмену. Так, и еще один вопрос такой, может быть, есть среди зрителей, да, те, которые сомневаются, да, не знаю, там, по окончанию срока машина к ним перейдут, не перейдут? Она перейдет по-любому. Но это недопустимо для агрегатора Ситимобила сделать так, чтобы кого-то как-то где-то обмануть. Это, ну, неприемлемо, вообще неприемлемо, потому что, ну, все знают, как выгляжу я, люди знают, где я живу. Ну, я хожу, я не оглядываюсь назад, потому что я плохо никому ничего не делаю, и я абсолютно искренен и честен. Я верю в этот продукт.
Потому что это продукт компании CityMobile, это продукт CityPark называется. Я в него верю, я его люблю, я его продвигаю, потому что я в этом полностью уверен сам. И, естественно, конечно, люди выкупают автомобили. И это для нас недопустимо, репутация просто вот самого CityMobile. Мы же 16 или 18 лет уже существуем. Значит, то, что вы на видео говорите, я не знаю, и у нас, и в других там, это все есть, и здесь и никаких подводных камней нет. Абсолютно никаких нет. Все прозрачно. Абсолютно прозрачно, честно и открыто. И всегда договора даем почитать, если что, сидите. Хоть приводите с собой нотариусов и юристов, без проблем, мы готовы вообще легко. Ну, честно. На любые эти, да, пойти? Пожалуйста. Все. Проблем нет. CityPark – это продукт самого CityMobile. Это вот проект, который сам агрегатор создал для водителей такси, чтобы сделать работу в такси удобной, приятной и востребованной. Поэтому приходите к нам, мы не подведем. Наушники, достор, Никита, мне сильно штык, полный шартан стрига. Айтеп, депчин, дрюпердик, курсет, чунивслерды, курсет, тык. А на месте, пошел, экран, здравый, курсет, другой телефон, номер, лирга, наушники, или директор, гельсинг, дербол, то есть, гельсинг, дербол, шел, дербол, машина, ларамен, таншип, шартар, мне джус, паэс, таншип, ахалдаш, шо, адам, дармен, ахалдаш, генеш, шо, адам, дармен, генеш, аранги, джет, узмус, дергоба, шенген, денгейн, машина, ласан, зар, болот. А игр, да, гиндер, бро, бизнес, на гель, алгамбосо, тиолус, айрмас, шо. Келу алған болсаңыздар, башынан аяғына чейін ешқандай қырсық бәлелерден алыстап, машинаны аман-есен выкуптан шығарып алыңыздар. Барыңыздарға игілік, кейінгі шығарылыстардан көрішкенше.